Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юля и Мишка. Всем привет. Ребята, это снова Пати Пэник, и мы решили замутить крутую тему. Мы, короче, попробуем каждый режим в отдельности раза по 4. Вот, и вы потом выберете самые свои любимые режимы, и мы проведем турнир именно в ваших любимых режимах. Юля черный-черный негр, я офигенный был фиолетовый чувачок, которого сбили. Юля, какого фига ты выжила? В общем, мы фига у нас застопорились даже. Просто вот эта миссия мне очень нравится, она мне очень нравится. Мы хотели сами отобрать для турнира, но решили, ребят, ну давайте вы нам поможете. Ты офигела, Юль, ты будешь заканчивать? Нет. Эта миссия обычно 10 секунд длилась. Какого... Блин. Ура! Дайте как мне больше заказчиков. Как сразу же первый... Что за... Я не понял. Сейчас как... Ну, лохи позорные. Меня не видно ночью. Ладно, да это мы и так знаем. Короче, еще 3 раза здесь продержимся, но мне кажется, сейчас быстро нас всех снесет. Здесь можно бить? Бить? Можно. Нет, здесь только прыгать можно. Нет, да блин, почему меня в моем любимом режиме постоянно сшибает за 2 секунды? Юля, блин, этот негр узнал, как правильно проходить. Слушай, Юль, какого черта? О, все, у меня шанс есть сбить Юлю. Какого фига сбить ее нафиг, а? Есть. Ай, ну черт. Чуваку повезло чё, чёрт, просто. Смотри, сколько собрала очков. Лохи. Хотя бы здесь. Блин, она здесь. Это мой любимый режим. Это твой цвет. Твой цвет. Я тебе отвечаю. Посмотрим, как ты в других режимах будешь. Давай, зажимай. Так, я думаю, Юлю мы уже в этом режиме точно не обгоним. В общем, обзор всех режимов будет в данный момент. Да что ты, ну почему? Я даже 5 секунд не продержался. Блин, практически Юлю сбил. Сейчас да что вы все ко мне угрожаете? Я прям... Все, шан-шан-шан. Да ё. Меня прям бесит эта сбейте ситуация. Сбейте её. Что за фигня? Есть, у меня есть шанс-шанс. Есть. Очки за это. Так, это мы 3-й раз пробежались? Да. Юля, вы посмотрите на эту жопу. А ты что на меня палишь? Сейчас дождь. Я прям в экран улетел. Ну, хотя бы успею насладиться своим режимом. Нужно держаться рядом с Юлей. Да, конечно. Чтобы ее... Даже меня быстро сбила. Все. Вот так вот. Блин. Вот отлично. Вот отлично. Ты рад? Я свою какую неудачу приклеил к Юле. И так, смотри, честно. Я с высоты. Понимаешь, своего положения. Ах ты жопа. Короче, этот режим мы прощупали. Юля в нем явно чемпион. Пойдем дальше. Да, режим. Погнали. Так, ребят, следующий режим Lava Blocks называется. Собственно говоря, его сейчас пощупаем. Тоже запоминайте либо название, либо объясняйте просто. Не сможете вспомнить название, просто объясните. Вон там шары валяются, там еще что-то. Мы поймем, мы соберем общую статистику, комментарии мы читаем. Так, где я? Все нормально. Режим мне этот, в принципе, ну не вот что сильно нравится на самом деле. Он прикольный, но есть и получше. Я умерла. И я тоже. Зеленого. Блин, только меня теперь не видно, прицел. Где он? Он исчез. Наверное. А вон он черный, в правом верхнем углу. Да. Все. Да-да-да. Короче... Вон, вон, а, блин, ну мой кусок. Согласен, сегодня, согласен, да, согласен. Ну, здесь черный угол. Короче, ты на белом фоне отлично смотрелся, я тебе могу сказать. Да, шикарно. Получаю. Хоть здесь я там. Блин, слушайте, угомоните. Ну, это мой любимый режим. Все. Где. А, режим. Да, это отдельный режим. Просто здесь просто одному рейди не жать, и кто кого завалит. Так. О, короче, у меня только один. Тебя дождешь? Я только твои глаза вижу, если честно. Вот как это, вообще незаметно. Все, все, спалился. Сбивайте этого, сбивайте сейчас, я заранее рассчитаю. Все, все, ушел. Желтый. Юль, ты его сшибла. Да? Да, тебе дали очки. Ура! Причем ты больше всех набрала за счет как? Этого. Смотри, 400, мы вон 200. А, вон этот чувак близко. Слушайте, блин, я вовремя отошел. Да ё-моё! Понятно. Так, это мы сколько раз? Это 3-й, да, будет? Да. Каждый режим по 4 раза, все правильно, то есть 3-й раз. Ой, да. Как мне себя разглядеть? Ну, что это твои проблемы. Ты и так выигрываешь, по сути дела. Да. Оп. Так, отлично, отлично. Где мой значок? Желтого сразу. Да, я тоже надо не вижу. О, вот он. Все, все, спалился. Я вообще все профуфонила вообще. Так, кому что там? Мы будем зачислять очки между нами с Юлей. Пока что у Юли будет, возможно, 2 очка. Ага, ну хоть сейчас удать. Фу, да что ты там приняла-то? Слышь, уголь ходящий. Ладно, 4-й раз. Посмотрим, что здесь сейчас выдадет нам Юля.
черномазый. Блин, без обид, короче. Без обид, бро. Я должна вас уничтожить. I'm in love with Coco. Да. Ща, Coco, давай. С кастрюлей. Так, так, так. Ура. Я 130... А, это Юля, смотри, шестерочка. Не забывай. Ну, дайте обогнать Юлю. Есть. Ну, ты вообще царь. Ладно, давайте следующий режим посмотрим. Следующий режим Wacky Whale. Не помню пока, что он из себя представляет. Но сейчас он, короче, крутой. Да? Что узнаешь, да. Ну мы его, да, отбирали вроде как, но сейчас посмотрим, что здесь. А, да, это бег. Блин, ну 4 раза подряд, конечно, полное задротство. Один пальцем указательным по геймпаду. Юль, ты видишь то, что мой ирокез... Блин, тут больно много вообще этих коробок. Царь черный. Ты что языком своим? Black Star. Тебе тогда хотя бы борода нужна. Эй! А как прыгать? Прыжка не было! Блэкстар! Все, у меня аж башка закипела. 1000, да, сорвала? Yes! 977. Ну, между ними надо молодцы. Размяться. На, блин! Мне повезло, что я отвлеклась и не держал геймпад в руке. На, по яйкам твоим черным. Второй раз. О, я не знаю, как мы это выдержим, но мы должны это выдержать. Представляете, все режимы вот так сейчас пройти. Это ж, сколько нам сил надо. Давай, Юля, ты короче, кто хочет прокачать свой палец большой, ну, либо небольшой палец, не знаю, чем вы будете сжать, вот эта игра просто идеальна. Никакие экспандеры, ничего, никакие резинки. Вот это одец. Black Star! Очень старый, нужна хорошая шутка, мочканность был в этот момент. Блин, эти ящики перданутые. А вот как чувак прыгал, я вот не понял. 1000, все, я косарь заработал. О, я на самом дне. Ну-ка, 980. Нет, у тебя побольше очков, чем у меня будет на 11. Black лох, вот ты. На, получи. Black желтый, yellow лох, green лох. На, все, пошли. Ну иди отсюда, давай же. Да, я убью тебя. Все, всем нараздавал, теперь слушай, это какой был раз? Третий. Второй. Третий. А, второй, да, второй. Блин, еще два раза, это мучение. Мой палец потом отвалится. Короче, я предлагаю, вот если вы хотите вот себя реально сделать королем челленджи, вот просто пройдите эту миссию раз 20 подряд. На 1000. Не на очко меньше. Это вообще одет будет полный. Фу, если честно, эта миссия хороша, когда она, знаешь, так, между делом. Вообще? А вот это, я смотрю, даже боты уже заколебались просто. Косарь выжимай. Я не могу, я не могу больше. Ты тоже, по-моему, косарь выжила. Как? Сейчас увидишь. Не, 999. Еп! Знаете, как вот так много я помню, в свое часто время была кнопка турбо на денде, вот у меня. Вот как я прям вот сейчас эти времена вспомнил, когда сверху жмешь просто, на 100 раз повторяется. Замечательно просто. А Юля вот реально, ей тяжело, у нее же палец отсох, на самом деле. Смотри, какой черничный. Че, ковыл, блядь. Я должна. Блэкстар. Косарь. Все, дайте мне. Это стой, у нас было как по очкам-то? 1-1 или 2-1? Да пофиг, я уже забыл. Пофигу. Все, я здесь выиграл. Я от тебя на 4 очка отстала. Ну, я выиграл. Хорошо, ладно, пойдем дальше, посмотрим, вот за это что тебе есть. Так, ребята, следующий режим Chicken Chase. В общем, будем ловить курочек. Я до сих пор эту миссию не особо люблю. Но, кстати, я хочу сказать по оригинальности. Иди ко мне, моя белая цыпочка. О, это как... О, нифига себе, какую поймал. Жопа моя какая. 500 очков. Ну дайте мне. А параренный, да. Хоть одну курочку поймать. Я две курицы поймал, чуваки. Я не рад. Как с лету просто. Слышь. Цыпу она там все лови. Ах ты, блин. Вот... Я как Джеки Чан, черный. Драчун ты черный, давай уже. Жми кнопку. О, жму. Вот и полетел. Ну, потому что я уже все, расслабилась. Понятно. О, дайте курицу черному парню. Так, у самая большая, кстати, никакого понта не дает. Что 500 очков даются за маленькую, что 500 очков даются за обыкновенную. Все поймали по курице. Вот. Ура, у меня даже есть одна чика. Даже о, все, у меня тоже. Чик, кстати, звучите свой чикен. Окей, 500. Балласт сбросил, все. Сейчас время. А, я почти. Нет, не поймал. Блин.
Все. Один поймал еще. Да нет. Молодец тот чувак. Ну, мне хоть очки дадут сейчас. 500. 500? В принципе. Блин, заклевал. Все время бьет. Избивает Юля. А нечего расслабляться. Так, новая партия цыпочек подъехала. Это какой уже? Третий раз, да, по-моему? Давайте куру. Опа, все, курочка моя. Ну, слушайте, пожалуйста, ну кура. Цып-цып-цып, давай, иди сюда. Блин, не должно. Ну, ты видел? В руках осталось 500 очков. Все, Юля просто лошок, получай за это. Я хотел сказать вот такой способ такой игры, выбор. То есть, наконец-то режимы изучили, можем в них хорошо поиграть. А то, когда быстро они прям текут, не успеваешь проникнуть. Да, насладиться, короче. Да, насладиться тут, конечно, не всеми режимами получается. Ты зачем выпустил это? Я думал, это не я ее несу. Я тебя понял. Иди ко мне, большая кура. Кура, дура, давай. Кого Юля из-под нос? Слушайте, да я кура Фил не буду говорить. Просто я поймал всех курочек. Блаженный. Ладно, посмотрим, что у нас дальше идет. Так, ребят, следующий режим Midnight Snack. В общем, зомбаков будем сейчас кормить мозгами. На самом деле, этот режим меньше всего люблю я. Прям я бы даже сказал, ненавижу. Да тебя вообще не видно. Я не знаю, уголек, нафига ты взяла. О, отлично. Всем сейчас раздам. Юля просто, знаешь, как на районе. Мозги да блин, еще. Ну дайте мне-то, ё-моё. Ташит, мозг. Козлы непутные. Все, донес желтый. Не-не-не, не донес, прикинь. Все, есть, я этот мозг себе забыл. Нет, ну домой, мозг мой. Не давай. Все, взял. Я, кстати, можно сказать, нарубил косарь. Косарь отдал. Можно сказать, я нарубила ничего. Слушай, а ты что в моем стайле сегодня? Я не понял. Меня тоже так придется. Вышло. Ты... Не только тебе как ходить. Как его? Позер сраный. Давай, жми. Юля, как в этом американском футболе уже. Ура. А, ты отдала? Да. Так, лежите спокойно. Всем оставаться на своих местах. Блин. Все. Отлично. Ну, еще бы спустили. Я, короче, по косарю зарабатываю. Понятно, в этом районе я мозговик. А я... Это третий 500... был. Слушай, погоди, это второй раз только что получается, не третий. Мозги, он только про мозги сказал, мозговик, и сосчитать не смог, сколько раз сыграть. Ладно, давай дальше. Третий забег. Мои самые нелюбимые, наверное, карты в этой игре. А даже ли? Сколько мозгов-то, ё-моё. Так, сейчас еще отнесу. Отойдем. Ребятки же, ребятки. Все, Юль тоже отнесу. Ура! Юль тоже косарь. Ура, больше косаря набрать, мне интересно. Наверное, нет. Дайте я проверю. Все. Да, я могу стоять. Можно вообще, не шевелиться. Ну, они сейчас столько же наберут. Зеленый, короче, стоит лоха. Зеленый. Вообще ноль заработал. Да? Да. Вообще лох ты, не из нашей компании. Да, как ты тут вообще затесался. Интересно, в эту игру вообще когда-нибудь мультиплеер ведут? Было бы круто. Ладно, это давай. Это последний раунд, да? Да, последний мозговой раунд. У нас с тобой ровное количество очков. Сейчас посмотрим, кто из нас реально мозговитый, а кто пустышка. Да. Хотя, в принципе, у тебя тоже нормально очков. Да всё. Я сейчас вообще я свой косарь заработал уже. Все, могу спокойно бегать и никому не давать. Чтоб мозговый. Я вообще за карту бегу и фиг вам. Хоть что-то успела. Пошли вон, я буду плохо. Ура! Все, я заработала. Тоже штуку заработать. А зеленый опять как лох. Блин, нет, ну вот. Не как лох, он полулох, короче, полупацан. Че, я могу сказать, поздравляю вас со сбором мозгов и смотрите, кто царь. А, даже не смогла ничего сделать. Отвечай. Так, ладно, пойдем дальше. Да. Я, короче, фараон в этот раз. Следующая карта. Черный ангел. Бенджерс. Блэк Энджел. Да уж. О, вот этот режим, да, я люблю, на самом деле. Так, где я? Угу. Здесь, кроме того, что нужно удержаться, нужно еще сыграть. Нет, упал. Где я? Эй, вы что тут? Да, респаун здесь адский бывает, если я свалил. Так. Тихо, разошались! Блин, все. Ну! Моё прелесть! Еще собрал что-нибудь. А, 250 очков за сбор дают. В принципе, что за один. Я ведь почти удержалась. Как так вышло? Что произошло? Ах ты! Я тоже 900. Да, обогнала. У тебя косарь, а у меня 900. Да! Даже так! У нас ковбойчики. Блэк Энджел вообще молодец. Браканус ты, ё-моё. Давай, жми. Все. Так. Я сразу же, кстати, был рядом с очком, если так сказать.
Как угодно можно воспринимать эту фразу. Вот был... Блин, Юля, вот за что? Объясни. За все хорошее. На, вот тебе. На, no. Вот тебе. Блин, отдельно. No. Блин, вот прям, знаешь, чисто на тебя сконцентрироваться, тебе люлейн давать. Юлейн давать. Нет. Все. А, Максимум, ты щенка, вы собаки непутные, вы нафига меня... Блин. Я сохранила. Два раза просрал. 800. Смотри на этого черного царя. Иди ты в жопу. Ладно. Так. Опа. Смотри, по кругу так надо, блин, докрутить. Опять ты. Да. Черная ты, жопа. Что поделать? Блин, слушай, вот это... Вот эй! Отлично. Кури бамбук. А! О! Блин. Вот правильно. Как так? Иди отсюда. Дети будут тут. Все, чисто на тебя прицел себе. Все. Слушай, ни одной монетки не собрала. Не, собрала, не ври. Или ты, как его, за да ранение нет, чужого... Нет, я собрала, но знаешь, там это немножечко. Если противника уронишь, то очки дадут. Ты больше меня набрал! Мазафак-йоу! Короче, ладно, что? На сегодня это последний режим был. Да. Ребят, вспоминайте из этих, выбирайте пока что из них тоже, но потом лучше в общем зачете соберем всю инфу и сделаем ультра-чемпионат из ваших любимых режимов. Ну а пока все, всем пока, хорошего настроения. Чё-то... Всем пока! Да.